27 ноября. Это я в эпицентре возле Московского моста. Зашел всякую мелочь купить. А тут уже во всю Новый год празднуют. Блин, я и не знал. Решил зайти в отдел игрушек. Потешить себя немного. Нашел свое альтер-эго. Вот это я. Я себе сразу понравился. Умный и солидный. Просто идеал. И один, единственный. Все дубликаты раскупили уже. Пока я тут рылся в рюкзаке. Вот. Доставал оттуда свою камеру, уже этого последнего выхватили в рог. Не-не-не, спасибо большое. А то бы этого не удалось снять, утащили. Это красавец, да? Он уже сюда возвращался, этот покупатель. Где-то он тут ходит по отделам. Все равно он меня купит. Потому что я себя не куплю. Зачем мне себя покупать, когда я и так у себя весь? Нелепо. Пусть уж ему достанется. Как здесь мило. Но есть недостатки. Вот косички не заправлены. Я думаю, что это у них руки так. Вот. Руки надо вставить как-то так косичку. А то руки-то не заняты. Как она ее там держит? Нет. У нее одна, что ли, коса? Это не порядок. Надо, чтобы было две. Ну, ладно, хоть одну ставим. Пусть хоть одну косу держится. Вот в этой руке или в этой. Вот так вот. Все чем-то рука занята. Целые полчища снегурочек наступают на нас вместе с полчищами Деда Мороза. Можно в стиле этого Рамштайн, как он называется, немецкая группа, снять такой марш снегурочек и Деда Мороза на Новый год. Так, чтобы аж волосы дыбом маршируют. Этот эпицентр еще не очень посещаемый. Недавно открыли. Я думаю, дней 10, наверное, назад. Но сегодня суббота, поэтому народ-то побольше. А так вообще будет здесь никого. Деда Мороза со снегурочкой марширующий под музыку Рамштайн. Или как вот он. Это такое... Такой трэш угарный совершенно. Как будто это тигр. Здесь есть летающий тигр. Тоже угарнейший трэш. Тигруля. Это наш тигруля. Это что, номер? Гламурище. Ты у нас гламурище, король гламура. Тут есть хорошее. Ой, уже разбили. Варвары. Я попробовал. 5 минут назад все было цело. Блинки какие изящные. О, чудо, блинки.
Есть еще совы. И Биг Бен. Да, все они тут привели в порядок. Не все, правда, открыли. Эпицентр здесь не велик, конечно. Вот до этого места. А, здесь. Здесь не эпицентр, это точно. Тут стрелка. Да, вот. Центр слева, а справа еще. Справа непонятно что. Ну, что-то может быть есть. Правда, без окон какой-то, мол, проходной. Так, yes. А, это хозяйственный двор, заезд, машина здесь разгружается, рампа. Все понятно. Сюда прибывают товары. Так что все у них уже здесь сделано. Телевизор трехэтажный. Интересно, у кого-то в личном имении есть такой телевизор? Можно же сделать огромный холл, высокий, и поставить там такой телевизор, чтобы мало не показалось. Плазму, плазму такую. Вам какую плазму? Ну так, метров 15 высотой. Сельпо, и отсюда я заходил в этот, как его там, в Икею. Ой, сегодня, а, есть вон реклама Икеи. В Икею я не пойду. Да, как мы сильно американизировались. Самых крупных киев, наверное, торговых мест получается. Там еще что-то будет? Да? Нет? Что-то... А, там стоянка крытая. Ну, под навесом. Дальше уже Toyota. Автосалон, в общем, понятно. Мак уже недавно открыли. Ладно, в общем, все, мы здесь посмотрели в этом уголке, да?
Упс. Это робот. Наверняка мне его не нагнать. Вообще терминатор. Сейчас мы на него полюбуемся. Ну, вообще так солидно. Фу, будущее уже настало, а мы думаем, когда там оно придет. Оно уже пришло. О, люблю этот шум. Лязг поезда. Классическая индустрия. Железный 19 век громыхает на стыках. А уже 21-й. Вовсе не железный. Я интересно посмотрел вот на днях фильм. На самом деле это 4 серии. Вот. Документального сериала, созданного по заказу BBC в 2005 году. Не такой уж он и древний, не такой лохматый, но еще картинка квадратная. Вот эта пропорция характерная для старого формата кадра. Не 16:9, а там 1:1 или около того. Называется этот фильм Century of Self. Даже очень трудно перевести. Self — это как бы себя, себе, self. Столетие себя. Но поскольку этот фильм о идеях психоанализа в приложении к торговле и политике, то название понять легко. Да, так вот про фильм. Начинается он со знакомства с психоанализом Фрейда, ну, с основными идеями психоанализа Фрейда, вот. И с очень интересным персонажем, о котором мало кто знает, который был племянником Фрейда и жил в Соединенных Штатах. И весьма удачно приложил идею Фрейда к коммерции. Берни. Забыл, как его имя. Берни. Вот. Он на самом деле был родственником, довольно близким. Помогал Фрейду эмигрировать в Британию. Помогал им материально. Ну, не бескорыстно, конечно. Не полностью бескорыстно. У него были коммерческие виды на идеи Фрейда, на то, как их продать в Америке. Выгодно. И он это сделал, в конце концов. Но он помог Фрейду переехать в Англию, где Фрейд... Правда, вскоре умер, там через весьма непродолжительный срок от рака. У меня был рак челюсти. И тем не менее, это было так. И вот Берни, первый, осознал, насколько это будет революционно манипулировать потребителем в рекламе. То есть до этого реклама была не манипулятивна. Она была информативна. То есть просто описывали товар, его свойства и так далее. Вот. И кто нуждался в этом товаре, этот товар покупал. А теперь задачей стало
заставить купить товар, о котором человек даже и не думал, увлечь его, соблазнить, как сказать, на подсознательном уровне, вот, вызвать у него реакцию позитивную к этому товару, расположить и так далее. Вот это вот Берни. Потом там очень интересно про Анну Фрейд, дочь Фрейда, вот, и вообще про многих продолжателей, как это все, все эти идеи развивались. И в конце концов заканчивается выборами Тони Блэра в Британии, выборами Клинтона в Америке, Тони Блэра. Там очень интересные есть моменты касательно того, как Клинтон сумел переизбраться на второй срок, сама техника. Вот. И методика предвыборной кампании. Очень захватывает, когда слушаешь это все. И Тони Блэр тоже воспользовался этой техникой, наработанной уже на клинтоновских выборах. Вот, и тоже он сумел переизбраться. По-моему, переизбраться, да. Там два срока был Блэр, кажется. Это я в связи с тем, что побывал в огромном торговом центре. Я так... Когда ты ходишь по торговому центру, совершенно не задумываешься о том, сколько коварных замыслов вынашивают продавцы, изощренных методик. Сколько изощренных методик они используют для того, чтобы втюхать свой товар. Вот и... На многих товарах сейчас стоит лейбл Black Friday. Все, тоже черная пятница, скидки, пожалуйста. Фух, какие они коварные. Какие же они все коварные. Ну, на самом деле век простодушия прошел. Начался век манипулятивный во всем. Фактически... Политика продают как товар по тем же принципам. Впечатление было сильное в целом. Правда, я не сразу мог осилить такой фильм. 4 часа в три захода. Мама снаряда, тебе завтра приду. На кухне дневного дыма Солина из Виден Фонсиден. Ну, это из Максима. Давай, Оксана, знаешь, тебе нет сил писать еще для него одного. Привет. Да ты не можешь сейчас комусь довести. Дальються чисті ріки на кров. Щоб ти в долонях не своїх піднестею без права клуб. Ужас, драматический поэт читает стихи. Я сразу бегу. В панике убегаю. Шекспира бы лучше продекламировал. Мы его скоро уже забудем. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Смириться ли под ударами судьбы? Или лучше оказать сопротивление? Всегда неожиданно сел аккумулятор в камере.
как цум украсился Новому году. Люблю такую иллюминацию из крупных лампочек. Ретро-стиль такой. Сегодня людно здесь на Крещатике. Потому что тепло. Очень тепло, наверное, градусов 10. Однако надо полюбоваться на оформление. Швейцар – это неплохо, сама идея, но такого более представительного, с бородой, раздуха с раздвоенной бородой. Полюбуемся на рекламу. Что тут выставлено у нас? Шанель номер 5. Новогодняя тема уже. Собацюры как живые. Мне никогда, кстати говоря, не нравилось. Дизайнер окон ЦУМа. Такого не было настоящего стиля, много мишуры. Ну, тут белки хвостиками машут. Здесь тоже Шанель номер 5. Да? Юлия Санина. The Hot Kiss. Сканируйте QR-код для включения AR эффекта. Что такое? Юлия Санина. AR эффект, впервые слышу. Это уж слишком эклектично. Одноногая балерина в ужас. Боже. А ножка-то вторая. Где вторая ножка? О, боже. И гусар какой-то без шпор совсем.